только перед тем, как я задам вопрос, я одну историю хочу вам же рассказать. Я вот сижу в студии у коллег, вот тут все тепло и прекрасно, и гостеприимно. Мы начали говорить о космическом корабле, который вы, я надеюсь, в скором времени увидите в картине «Притяжение», и говорят, а как вы его придумывали и так далее. Потом смотрю на монитор с левой стороны, который логотип их же передачи «Бригада У». И я понимаю, что это один в один мой корабль. А никто этого не заметили. Правда? Один в один. Вы хотели спросить, откуда я взял свой корабль, образ своего корабля? Я его срисовал с вашего логотипа. Вот он висит. Больше хитов, больше музыки. Европа Плюс.